вами произнесем слово «Родина» так, чтобы услышать самый первый звук. Готовы? Вместе. Родина. Какой первый звук? Кто услышал? Руку поднимай. Кто не кричит, руку поднимай. Ангелия, ты какой звук услышала? Ре. Хорошо, какой звук? Так. Ребята, а какой это звук? Мы с ним знакомы уже? Да. Да. Знакомы? Да. Мы не знакомились еще, мы даже не знаем, что этот звук для нас является новым. А давайте, ребята, попробуем о нем рассказать. Родина. Звук какой? Согласный или гласный? Согласный. Гласный. Да, давайте вспомним. Звуки бывают согласные. Это воздух во рту встречает преграду, и мы с ней вынуждены запаститься. И гласные, которые состоят из голоса, они звон тянутся и поется. Так вот, давайте еще раз произнесем звук. Какой это звук? Согласный. Почему? Потому что он не тянется. Он тянется, говорит. А воздух во рту включает преграду? Нет, мы его легко можем пропеть. Нет. Язычок-то у нас там дергается, встречает преграду. И мы с ней вынуждены согласиться, поэтому звук какой? Согласны или гласны? Согласны. Согласны. Хорошо. Ребята, а какой это звук? Твердый или мягкий? Мягкий. Давайте еще раз произнесем. Твердый звук. Ребята, твердый звук. Твердый звук обозначается каким цветом? Синим. Синий звук. Белый. Твердый согласный звук обозначает синим или голубым цветом. Так, хорошо. А теперь давайте с вами определим, звонкий это согласный звук или глухой. Закройте ушки, глухой. Произнесите звук. Глухой. Если глухой, то мы слышим шум. А если звонкий, значит мы слышим голос. Звонкий, ребята, это... Звонкий, глухой, звонкий, согласный звук. Звонкий. Внимание, ребята, на слайд. Итак, мы живем с вами в России. А столица нашей страны это? Столица нашей страны. Это Родина. Столица нашей страны. Москва. Москва, конечно. Москва это столица нашей страны. Много туристов приезжают для того, чтобы полюбоваться достопримечательностью. Это Кремль. Кремль. Достопримечательность Москвы. Смотрите, Кремлевская башня. Это... Он сейчас в Москве. Да. Это, не... это в Москве. Кремль. И вот он, московский Кремль. Давайте, ребята, произнесем это слово так, чтобы четко услышать второй звук в данном слове. Готовы? Слушаем. Кремль. Какой звук услышали? Кремль. Какой звук? Кремль. Какой звук? Кремль. Молодец, Алеша. Звук. А ребята, звук ри какой? Согласны или согласны? Согласны. Твердый или мягкий? Твердый. Давайте произнесем. Мягкий. Согласны? Мягкий звук. А в схеме слова он обозначается каким цветом? Зеленый. Зеленый. Хорошо. А теперь, ребята, я вам даю такое вот задание. Сейчас вы будете работать в группах. Первая группа составит модель слова «Родина». Так, Гелия, Виталий идет сюда, Леша сюда. Разрешаю встать. Первая группа. Подождите. Первая группа. Дима, Марина, Даня, Оля. Работаете на этой. Составляете схему «Родина». Саша, Даня, Леша, Гелия и Виталий составляют слово «Родина». Модель слова «Кремль». Встаем, скорее. Встаем.
произносите слово родина. Гласные, согласные, надо их всем, мы надо все соединять всегда. Только вы давайте возьмем тогда, пожалуй, листок чистый, чтобы мы могли единое целое. Гласная, гласная, каким далее звук? Скорее, 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 скорее. Осенний сел? Осенний быстренько сел, руки на стол, школьники сидят в классе. Итак, слово кремы, кремы, звук ры, дня. И слово